Пожалуй, самые теплые воспоминания меня связывают с фирмой «Два колеса». Она меня всегда выручала, и тогда, когда мне нужна была восстановленная резина, и тогда, когда мне нужна была резина БУ, а сейчас я сюда поехал за новой резиной. Хотя, между прочим, я вам расскажу еще одну маленькую историю из своего личного опыта общения. Когда я поставил на свой специфический автомобиль Lincoln Town Car резину класса С, то есть для грузовых автомобилей, вы знаете, 4 года и ни разу не подвела. Чтобы не тянуть резину, сразу скажу, мы уже присмотрели кое-что для коня моего, то есть для Skyline, колесики. А теперь отечественный производитель. Ну и традиционно меня гордость берет за фирму «Два колеса» и за отечественное производство. Почему? Потому что отечественное сейчас вообще не хуже ничем импортного. Прекрасное качество по скоростным характеристикам и по торможению. Все-таки Россия перестраивается, и перестраивается достаточно быстро. И, соответственно, предлагает вам автомобильную резину ценовой категории очень приемлемую. Допустим, «Таганочка» за 850 рублей, «Аликама» евро чуть-чуть подороже. Так что переобуваться и искать халяву вам не надо. Здесь и так практически все даром. Вот не подводят нас наши друзья. А друзья из фирмы «Два колеса» с завидным постоянством поставляют нам интересные темы для сюжетов в «Автостоп». Кстати, о грузовой резине. Это как раз главная составляющая темы нашего нынешнего визита. Для чего предназначена вот эта вот малюсенькая шина? Скажете, для оки, размер-то 12, а вот и нет. Это для тех самых праворульных грузовичков, которых так развелось в городе Магнитогорске, которые ездят по городу и ищут вот эту специальную усиленную грузовую резину. Но главной гордостью фирмы «Два колеса» является даже не вот эта вот шина Junior Oil на 16, которая специально предназначена для очень плохих условий дорог, а совсем другое, которое сейчас появится в кадре. Специальная резина для Еврофур. Ну, о том, что в фирме «Два колеса» один из самых лучших в городе шиномонтажных комплексов, мы говорить не будем. Вы прекрасно видели и помните, как легко и без всяких проблем монтируются колеса на 13 или на 16 дюймов. Но что делать с большими, вот такими монстроподобными колесами, которые поднять-то тяжело? А благодаря вот этому станку с числовым программным управлением, это я, конечно, шучу, вам здесь поставят на ваш грузовик любое колесо. О том, как это делается, подробности в сюжете. Но дело в том, что этот станок единственный в городе. И проблем с перебортовкой вашего автомобиля на Московской 5, а именно здесь располагается два колеса, у вас не будет. Это наиболее трудная процедура общения с автомобильной резиной. И самое смешное. Максимум смеха при ремонте колеса от К-700, переходящего в слезы по всей площади кожного покрова ремонтирующего. Здесь гидравлика и лифты, и электроника, и минимум физических затрат. А это ноу-хау от фирмы «Два колеса». Это не булки, это высокопрочный бандаж, который создает и давление, и температуру. И в результате то, что раньше требовало не менее суток, ну, ремонт грузовой резины, сейчас занимает 2-3 часа, за которые водитель-дальнобойщик может передохнуть, не попадая на командировочные. Для того, чтобы понять, насколько тяжело работать с этой шиной, достаточно ее попробовать поднять. А для того, чтобы понять, насколько широк здесь ассортимент грузовой резины, и не только, достаточно приехать на Московскую 5. Тема торговли автомобильной резиной прочно обосновалась в городе. Миллионные вложения и вуаля! В центре и в самых престижных местах инвестированные профилированные магазины. А «Два колеса» начал рулить одним из первых и продолжает лидировать в области поиска новых услуг. Внимательные зрители программы «Автостоп» могут вполне оправданно на вас наехать. Типа вас, таких многоопытных, автомобильной резиной не удивить. А фирме «Два колеса» удалось чем? А вот этим ассортиментом на любой тип грузовичков. Есть и побольше, Максим показывал. Есть и для Китая, есть и для Европы, абсолютно без разницы. Но если чего-то нет, как, например, сверхширокая резина на 16, чтобы диски новые не покупать на Skyline, то привезут. При желании привезут и на Формулу-1, и на БелАЗ. Ваши потребности, господа. Почему два колеса? А потому что это минимальный набор шин, который вы можете купить для своей ласточки и поставить на одну ось. Ну а где это сделать, по-моему, уже ясно.